технику, поэтому как бы немного другой будет ритм и чуть-чуть другая логика. Вот. Начнем с простого упражнения. Товарищ сейчас к нам двигается и выкидывает нам по очереди, в данном случае пока одну любую руку. То есть он подходит к нам, да, и в нашем направлении, вот в этом клине, чтобы было просто, выкидывает одну руку, сами выбираете какую, наша задача сделать вот это движение. То есть он к нам подходит, сейчас погоди. То есть вот тут он к нам идет и двигается с нами. Раз, раз, раз. Делает движение по направлению к нам. Соответственно, ваша задача будет. Если он двигается к вам, да. У вас есть три варианта направления в данном случае. Вы можете выйти вот сюда, вперед. Можете сделать движение в бок. Можете сделать движение на себя. Соответственно, в нашем случае, ну, филиппинских, назовем так, в искусствах, это V-шаг, боковое перемещение A-шаг. Вот. Ну, как бы нам не важно, как это называется. Тело сместилось, мы ушли. Соответственно, товарищ к нам повернулся, мы опять ушли. Выбирайте направление. Если все получается, скорее всего получится, вот, то меняйте руки. То есть, соответственно, вот, делаю движение к вам, вы сделали раз, да. Вот поменял руку. И вот, соответственно, двигайтесь. Как вы видите, вы можете смещаться в любую сторону, по идее, желательно уходить за него, ну, как бы пока ничего страшного не будет, если вы уйдете и в эту сторону. Самое главное, что вы сместились. Просто чуть подвигаемся для того, чтобы привыкнуть к самой, ну, к самому ритму. Он сейчас немного другой. Все, хаджима. Затем у нас боксерская история, когда мы стоим друг перед другом. Он делает двойку, я делаю двойку. Раз, два, раз, два. Да? Даже когда мы так работаем, у нас все равно есть перемещение. Только в этом случае все равно мы смещаемся, но смещение назад, оно конечно. То есть на самом деле нам не очень радует вот это вот перемещение. Почему я говорю, что нам надо выйти сюда. Или сюда, или сюда. Сместите в сторону. Это важно. А руку вы парируете по пути. Поэтому вот так. Раз, раз, раз. И вот ваше движение. Еще один момент. Рука двигается не к нему, а к вам. Ваша рука. То есть вы не делаете, сейчас медленно сделаю движение. Вы не делаете сейчас вот этого движения. То есть, если вы хотите делать движение, ну, в его сторону, оно будет такое. По направлению к нему. Вот сюда. Оно не будет туда, потому что очень легко вашу руку перекроют. И, соответственно, если его рука к ножке, я делаю движение сюда, он легко руку уберет. И все это быстро закончится. Поэтому наша задача сделать так, чтобы рука двигалась к нам. Здесь и к нам. То есть я стою, вот точка, по которой он меня атакует. Я нахожусь здесь. Ушел сюда. Поэтому это вот это движение. И для тех, кто боксирует, даже если вы ушли сюда, все равно смещайтесь. Так как вы делаете уклон, что вы двигаете. Главная проблема, сейчас вы как бы не совсем атакующий нас любит сейчас. Ну, там пара, всего две пары было, где не очень, а как бы так вообще атакующий нас бережет. Вот. А наша задача была двигаться по отношению к партнеру. Да. Основная проблема именно в этом. То есть вы не должны стоять. То есть я двигаюсь, чтобы по отношению к нему постоянно. Да. А он должен, соответственно, если он реагирует, потому что на самом деле будет. На самом деле будет вот эта история. Эти глаза закрой. И если вы не двигаетесь, то шансов вообще никаких. Прямо слово совсем. Ну, вообще, если человек нож. По секрету скажу, что мало шансов, у вас его нет,
Даже если он у вас есть, это вопрос 50 на 50. Все мастера, неважно, японские, там, филиппинские, с которыми мы общались, все говорят о том, что если есть возможность уйти от конфликта, надо точно уходить. Как рассказывал один японский мастер, что ему подошли там в Париже, там кошелек лежит с ножом, он как бы отдал кошелек, все такие, как? Вы же мастер, он такой, ну да. Сказали, кошелек лежит, ну вот кошелек, все, пошли, какие проблемы, никаких проблем. Ну, наверное, деньги достал. Итак, раз, и сразу товарищ не стоит, да, сразу двигается. Да. И вот, вот это движение приведет вас в чувство, я думаю, довольно быстро. Вот, для того, чтобы мы с вами дальше пошли в следующий такой тренировок. Я значит, координация по отношению к нему и движение. Подняли его. Вот я тут почти не двигаюсь в сторону. Получается, что мы немного кружимся, да? Чуть больше должно быть вот этого движения. Если вы хотите, чтобы движение к вам прекращалось, надо заходить за спину. Это V-шаг. Если вам страшно, скорее всего, это А-шаг. Да, если вы не успели, другой сторону. Что это? Это движение. Вот мы с этим играем. То есть важно сейчас, чтобы вы с этим столкнулись, это чуть-чуть пережили. Вот этот сам по себе момент, который на вас идет. Да. Вот, стой. Вот, вот этот момент нужно пережить. Ноги предпочтительнее. Вот, по секрету скажу, просто вы их сейчас мало используете. Ну, как бы, так получается. Я тоже, это бывает. Соответственно, когда партнер ставит руку и начинает вас атаковать, да. Вот ваше движение. Соответственно, здесь вы стараетесь сместиться в эту сторону, уйти. И у вас есть вот это движение. Вот это движение должно быть непрерывным. В какую сторону? Мы стараемся сместиться сюда. Не факт, что получится, потому что вообще есть про вот эту историю. Да, так. Если мы смогли, просто посмотрите, скажу, сейчас не сможете. Ну так, как бы по опыту могу сказать, что вот здесь. Вы здесь, скорее всего, не сможете. У вас акцент будет на этой руке, тем более, если в ней оружие. Вот. Поэтому ваша задача уходить от движения этой части и попытаться сейчас какое-то время, подчеркиваю, прожить в этой ситуации. Это очень важный момент. Он создает вам эту ситуацию, а вы в ней стараетесь грамотно прожить. Это очень важно. Для того, чтобы грамотно прожить, вам нужна осознанность, уверенность, понимание ситуации, какая-то стратегия, логика, тактика. То есть вот это все у вас должно сейчас быть. Как вариант. Да, еще лучше друг с снайперской винтовкой, но как бы жизнь она такая. С вами я сейчас избежать. Вот таким образом. Первое движение мы с вами уже знаем. Мы добавляем к нему второе движение. Так, медленно. Раз. Два. Надо сделать так, чтобы движение его было на один такт, и ваше движение тоже было на один такт. То есть, если я буду делать раз, когда у меня два, у него будет тоже два. Поэтому моя задача, мои два движения во время моего шага, или вперед, или в бок, или назад, сделать на один такт. Вот это движение. Это такая магия. Была одна рука, а стала другая. Вот, вот это положение. И обратите внимание, опять же, что движение не в сторону, не сюда, а движение по направлению к нему, мы должны его вывести из равновесия в идеале. То есть, когда мы делаем это движение, или это атака сюда, для того, чтобы я достал свое оружие, или это
какое-то продолжение для того, чтобы сделать не совсем интересно. В данном случае. Но опять же, вам никто не мешает сейчас делать другую технику. Какую-то свою. Нас интересует сейчас только вход. То есть мы расположились, сделали это движение, а дальше вы решаете, что именно вы будете делать. Единственное, делать должны сразу. Прям сразу. И когда вы делаете, вы контролируете вот эту руку, потому что, скорее всего, там что-то есть. Да. То же самое движение, логика та же самая. Здесь мы уходили сюда. Сюда. Мы добавляем небольшой момент. Да. То есть вот, если я здесь встану, буду. Да. Поэтому это вот одно движение. Вот. Ну а здесь дальше тоже решайте сами, что вы будете делать. Тут масса вариантов, в том числе и наши. Что там вы будете делать, решайте. Единственный нюанс, не забывайте, повторяю еще раз, что если бордер у вас стоит, то есть вы сделали движение, партнер стоит, вот у вас не должно прекращаться первый вариант. Вот этого сейчас немного не хватает. То есть сейчас партнер стал стоять, перестала двигаться вторая рука. То есть как бы основных моментов, когда партнер все-таки атакует, то есть когда вот, я хочу атаковать, и он это видит, да. То есть вот этот момент вы сразу почувствуете. Вот прям сразу. Я движение не делал. Потому что я атакую, он знает. Да, он это чувствует и знает, да. Соответственно, вот эта атака у вас сейчас, она должна быть. Вам не обязательно его бить, там, вы не, ну, жестко делать что-то. Но вот этот посыл, он должен быть. И он его, поверьте мне, почувствует. Если вы не умеете с этим посылом работать, не важно, что вы делаете. Какая техника, вообще не важно. Поверьте мне. Абсолютно не важно. Потому что вопрос вот этой логики и вашего взаимодействия. Если вы имеете способность и возможность вот в этом, как бы сказать, вот в этой ситуации двигаться, помните, да, говорили, осознанность, двигаться, принимать решения, там, жить в этой ситуации, тогда, ну, есть шанс. Если для нас она новая, и мы в ней попадаем, а он знает эту ситуацию и ей владеет, скорее всего, шансов никаких. Почему обычно, ну, как бы, ситуации, не будем про них говорить, но обычно они печальны. Итак, еще раз. Партнер двигается на вас. Да, вот он двигается на вас. И вы входите. Партнер двигается на вас. И вы входите. Партнер двигается на вас. И вы входите. Партнер двигается на вас. И вы входите. Поэтому обычно здесь появляется рука. Если она не появляется, то все просто. Она как бы, ну, она не появляется. Ничего не делает. Она не появляется и как бы не появляется. Появляется на лице что-то. Вот. Поэтому. Да, боритесь за свою жизнь. Да. Мам, вот нам нужно пройти. Наша задача. Света, мы немного это делаем. Соответственно, товарищ делает один удар, мы делаем раз, два, три, и он делает раз, два, три. Да, вот и поменяли, потому что он запутался. То есть, соответственно, все то же самое мы делаем. Раз, два. Теперь он добавляется контроль руки. И начинается три движения его. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Обратите внимание, что смысл не в ладушках. Ну, как бы есть такая работа, когда мы встали, и мы просто стоим. Да, для того, чтобы наработать. Вот кто мне кидает руку. Цена работы ноль, ну, как бы нам прикольно. Вот, мы понимаем саму, так сказать, ну, руки мы изучили. Главная задача ваша в момент первого движения не поменялась. Вот это очень важно.
Но теперь к этому движению у вас есть еще последний шаг. То есть вы сделали раз, два, три, и теперь на это движение вы еще входите. А он отходит туда, в сторону, как и должен. И у вас получается взаимоотношения не в руках, а в ногах. Это очень важно. Итак, он делает первое движение. Раз. Давай медленно, чтобы было видно. Раз, два, три. Раз, два, три. Стоп. Вот движение на меня. Ушли. Раз, два, три. И я отхожу делать. Раз, два, три. Да. Видно положение. Он входит. Мне нужно сместиться. Вот он еще работает. Работает. Первые два движения мы уже делали. Вы их знаете, мне вот получались. Все отлично. То есть вот. Раз, два. Я бы хотел его ударить вот этой рукой. Мне вот хотелось бы. Здесь не очень удобно для меня положение. Поэтому я контролирую его, освобождая себе место для того, чтобы ударить. Да, вот он делает то же самое. Раз, два. Контроль. И удар. Раз, два. И теперь вот в этом ритме он базовый. То есть здесь нету, чтобы было понятно, да, вы как бы должны в этом свободно находиться, менять направление там, и так далее. И теперь в этом ритме вы должны сделать технику. Вот вы расположились, у вас пошла. Но если вы вот здесь не как бы работаете с рукой, то шансов, что вы сделаете технику, практически нет. Помните, как фильм «Захват» с Сигалом, когда спрашивают генерала, шансы какие на успех? Он говорит, если они контролируют весь корабль, то никаких. Если контролируют что-нибудь чуть-чуть, может быть, есть. Соответственно, нам нужно здесь контролировать весь корабль для того, чтобы сделать движение. Поэтому это так. И тогда дальше мы сможем что-то сделать. Раз, два. Так. Итак. Самое главное, чтобы вы здесь или это сделали, или что-то еще. Соответственно, я, чтобы вас не отвлекало, сейчас показал крайний вариант. А вы все это делаете. Встали и сразу. Да. Ну и так далее. Понятно? Работает. Это должно выглядеть. И в какой-то момент она решает, что будет делать. Да. Ну, на этом.